Ну, в первую очередь, мы сегодня поддерживаем президента, поддерживаем его решение, поддерживаем наших военных, которые на сегодняшний день ведут специализированную операцию на территории Украины по освобождению Украины. Я думаю, вы сегодня видели, сколько людей, земляков собралось поддержать автопробегом решение президента, и оно патриотично, оно не может вызывать сомнения по его принятию. Мы только за, и сегодня мы показали своим примером, что мы полностью поддерживаем то, что происходит в сегодняшние дни по освобождению Украины.